часто. Здравствуйте, Олечка. Где Петя? Что ты сделала с Петей? Петечка! Петя, что с тобой? Извини, Олечка, так получилось. Петя. Петя. Петечка, дружочек ты мой, скажи мне правду, что с тобой? Я... сегодня был у врача. Так. Врач сказал, что я очень серьезно болен. Видишь, я после этого даже выпить не могу. Петя, скажи мне всю правду, что это за болезнь? Врач сказал, что эта болезнь называется... алкоголизм. Он сказал, что меня надо лечить. Не надо. Наука уже давно доказала. Болезнь легче предупредить, чем лечить. Понимаешь, Петечка, предупредить. Я? Да. А ну... Я тебя предупреждаю! Я предупреждаю тебя! Он тебя предупреждает! Слушай, а правда полегчало? Наука творит чудеса! Мы ждем, с нетерпением ждем ваших рекомендаций. Мы ведь тоже хотим, чтобы у нас произошло экономическое чудо. Ну что, может быть, поедем, посмотрим нашу тяжелую промышленность? Да что ее смотреть-то, промышленность? У нас вся промышленность тяжелая. Ух ты. Ух. Я имею в виду ее состояние. Что касается экономического чуда, тут многое зависит от личности руководителя. Я понимаю, я, так сказать, тоже все время работаю над собой, так сказать, повышаю свой культурный уровень. Хорошо. Сейчас коллекцию собираю из произведений искусства. Это ювелирного. Да, об этой вашей коллекции я многое в Москве слышал. Много. Правда? Где? В счетной палате, в прокуратуре. Да. Да, я просто потрясен. Знаете, ваша коллекция может стать предметом восхищения любого охотника. Ведь это, так сказать, плоды многолетнего труда. Да, вот так. Вероятно. Пришлось, конечно, потрудиться. Понимаю. Да и жизнью порисковать что-то. Понимаю. А ведь все это результаты всего одной охоты. Одной. Да ну что вы, да не может быть. Я похож на Мюнхгаузена. Расскажите. Рассказываю. Началась охота. Ну, выскакивает на меня лиса. Ну, казалось бы, лиса. Лиса. Но! Лиса с добычей в лапах. Лиса, нацеленная на укус. Лиса с подранком утки. Это не просто лиса. Это зверь, готовый на все. Гнилые зубы, грязные ногти. Прицел, выстрел. Нет, мимо. Нож. Пала. Лиса. Лиса.
Только я слегка успокоился. Да-да-да, невероятно. Собрался. Так. Олень! Олень! Олень, но это чучело оленя. Это олень усохший. Тот был в 5 раз. Пять раз больше. Рога я спилил. Олень на меня в пах просто рогами. Олег! Даже пришлось. Олень пал. Невероятно. Я поворачиваюсь. От оленя? Да. Кабан. Так. Ну, кабана просто ничего не берет. 6 пуль в лоб. Ничего! Летит на меня, дебил! Тонна агрессивного мяса! Я его мануально резко! Ну, а там уже взял грех на душу. В чаду, в пылу, в агонии. Заодно. Что? Ну, пришлось и пингвина положить. И... Слушай, это я как-то совершенно ничего не понимаю. Знаете, сначала это лиса с добычей, потом вот эта усохшая олень, потом кабан и еще пингвин. Ну, вы меня извините, это совершенно невозможно. Это цирк какой-то. Да нет. О, это не цирк. Это зоопарк. А в цирк меня, к сожалению, пока ночью не пускают. А ведь там львы! А что это за место у вас на карте отмечено красным? Это объект, которому я уделяю особое внимание. Наверное, завод? Нет, это магазин, в котором продают кетчуп «Балтимор». Я заезжаю туда каждый день, а на завод раз в месяц. Почему же вы на завод каждый день не заезжаете? А где это вы видели, чтобы на кирпичном заводе продавали кетчуп «Балтимор»? Компания «Балтимор» – наш томатный спонсор.